Ребятки, я вас приветствую. Сегодня мы с вами на вот таком вот классном месте. Место это у нас Егорлык, старое русло Егорлыка. Ну так, для удовольствия, не то, что тут прям рыбы наловить там или еще каких-нибудь трофеев. Для удовольствия поджиговать окушочек спортивный, щучка небольшая. Такая, самый большой я ловил здесь, наверное, грамм на 700, не больше. Все остальное это шнурки. Ну, повторюсь, для удовольствия нормально и красивое место. Так что, чуть-чуть отдохнем, погуляем. Погодка, конечно, не ахти, но пойдет. И вот подходя к тополю вниз, я уже вижу, что там рыбка присутствует. Ну, присутствует, конечно, белая, бель. Но у меня с собой опарыш. Я покидаю еще, попробую на бель. Ну а что? Раз тут еще бель присутствует, мы попробуем опарыша. Тяжелая IT-артиллерия. Так. Ага. Нормально, видать, все. Ну, вон туда покинем, ближе к середине. Попробуем беленькую рыбку засадить, зацепить. Ага. Вот по клевочке это белая рыбка. Но слишком мелкая, похоже. Я думаю, может быть, поменьше поставить груз и крючок. Может, мормышку вообще поставить? Сейчас еще пару раз закидываю. Ага. Грузик улетел. Плохо зажал. Короче, пару раз не закину. Сейчас хочу поменять на, наверное, на мормышку. Маленькую-маленькую мормышку. Не знаю, смогу я закинуть, не смогу. Попробуем. Я бы, конечно, не сказал, что это маленькая мормышка. Но она что-то 0,6 грамм, что ли. Блин, что-то она заржавела, что ли. Ладно, будем пробовать сейчас ее. Но не без насадки. А опарыша мы тоже не кинем. Для более лучшей, как сказать, приманки. Вот так вот, хоп. Все, так вот мы таким вот методом. Так, ну что, белуга, где ты там? О, даже кинуть неплохо можно. О, крыса пошла слева от меня, намутила. Ну, вроде как крыса. Попробуем поменять место дислокации. Это вообще ни в какую. 2-3 поклевочки было, ну, беля, и все. Так, что у нас тут? Попробуем здесь, тут каменное дно. Может быть, какой-нибудь полосач возьмет еще. Ага. Полосач по-любому. Ну а кто ж еще? Ух ты! Ребята! Нифига себе, ты что за воблер клюнул? Таких трофеев у меня не было. Вот это да! Гляньте, стой, стой, стой. Гляньте, малышня какая. Ё-моё. Таких, ребят, трофеев у меня еще не было. Блин, был бы аквариум, я бы его в аквариум бы себе забрал. Офигеть. Блин, телефон в машине остался. Сфоткать. Ладно, давай, пока. Нифига себе. Короче, тычок такой, я думал, этот, спартач, наш окунек.
Ну, тут намного серьезнее рыба оказывается. Щука. Офигенно. А взяла вот она, на такую мормыху. Молодец. Классно. Короче, ребят, покидал я ей мормышки и микроджиг, жиголовки. Что-то тишина. Сейчас поменяю еще немножко место туда. На угол схожу. Вот. И закину вот такую вот красоту. Это как же, блин, свинцовая пломба. Вот. Свинцовую пломбу. Она у меня всегда работала и всегда выручала. Ух ты, барашки на том берегу. Вот. Так что я думаю, она меня сейчас не подведет. Ну что-то, не знаю, ни окуня, ничего нету. Куда рыбка делась, и кто знает. Кидаем на тот берег. Ух ты, нет, туда мы не будем кидать. Прям через бревно зашвырнул. Блин, ветер, конечно, поднялся. Хороший. Прям мешает. Прям мешает, мешает. А нет, камень, а нет. Окушок. Вот, слава богу. Я думал, его уже нету. Думаю, да что такое, ну как это? Без окуня-то. Мы сегодня, в принципе, приехали его половить. Опа! Дождался. Дюб-дюб, дюб-дюб, дюб-дюб. Блин, да что ж они такие бледные вообще. Бледные-бледные. Опа! Ну-ка. Ты елки-палки. Ну, друг, бетон. Выживешь? Выживет. Ну, снова танточка. Только вот зацеп делаю, отцеп, и вот он начинает дюбать. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ну я ее хоп и попал. Так, а давайте попробуем вернуться откуда начинали, там где я мормышку кидал. Может, просто не та, говорю, приманка. Может, надо вот это кидать, и будет рыба. Вытащил. Блин, ребят, ну конечно, рыбалка сегодня, я хочу сказать, вообще не ахти. Ни туды, ни сюды. Окушок присутствует, все, блин, ну, блин, я ожидал от этого места, конечно, намного большего. Это одно из моих любимых местечек такое. Так, чисто прийти, порыбачить для души. Что-то вообще ноль. Ноль, ноль, ноль. Не знаю почему. То ли погодка так прям влияет. Ну, прям реально ноль. Так, такого удовольствия сегодня не получил. Есть, красавец. Красавец. Не сюда. Молодец, красавец. Стой, 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 сейчас отпущу. Сейчас отпущу. Сегодня у меня минимум слов. Просто рыбалочка. Вот. Ну и на этом мы, наверное, будем заканчивать. Давайте, ребятки, всем желаю мира в нашем мире, в вашем мире. Не надо войны. Все, не болейте, а мы встретимся на рыбалке. Пока.